Плохой сон приснился вообще. Капец. Вообще сон прям ужас. Реально ужас. Блин. Ладно. Так, что-то у меня такая шепнулась. Ой, дождь идет. Где же комик, да? Обычно протекает позади. Так, коробку мне нужно замерзнуть. Что за мер... Меня ограбили, дорогие друзья. Ограбили, посмотрите. Не, смотрите. Но меня там ничего не взяли. Хотя нафиг, дорогие друзья. Реально нафиг. Вот реально зачем, дорогие друзья, мне столет? Реально зачем мне эта хрень? Что? Когда мне попадает что-нибудь в инвентарь, почему-то я исчезает. Так, я походу замерз. Да нет, я еще пока в тепле. Но если, дорогие друзья, выйду на улицу. Видите, мне начинает подниматься так. Вы не бойтесь? Если ты смотришь. Подам. Блин, я замерзаю. Блин, даже одежду не оставили. Кто же такие эти? Даже типа... Блин, походу... Подождите-ка, окно хорошо открывается. Хотя, оно тоже на железных скрепках. Понятно, все понятно с ворами. Они, короче, решили меня затроллить. Они через окно вылезли, вот как. Видите, да? Не, не могу, дорогие друзья. Сказал бы я, что нужна ваша помощь, но нет. Даже с вашей помощью не смогу. Надо возле факелов погреться. Я же возле них греюсь, да? Ну да, это более-менее теплое место. Вот если считать, то это самое теплое место во всем. Ладно. Блин, надо все закрыть. Присаживаемся, может, что у нас здесь? Ну, да, смотрите, дорогие друзья, какие дорогие друзья. Мы уже, вообще у меня голову сбрело, какие дорогие друзья. Как будто сейчас записываю видео, как будто это все какая-то игра. Хотя похоже. Вы, наверное, кто? Земля. Вы, ваше величество. Ваше величество, земля. Вы помните, что я начал гореть, когда вы сидели возле костра? Понимаете, что за дичь такая была? Ваше величество. Вы где? Выкинул костер. Нормально. Я вот здесь посижу, потому что все-таки... Вот почему я здесь запалил такой костер? Потому что он, в принципе... Я вот честно не знаю. Thank you.
Так, что это было? Я здесь посидел чуть-чуть, уже нет. Ой. Так. Стоп, что? Я думал, почему не перестает быть холодно? Так, походу, меня здесь одели прям тотально. Жилет. Я, блин, жилет от зомби у меня есть. На всякий пажик. Мачете. Если что, я даже вот это все. Ладно, я пошел. Погуляю. Послышу там с коровками на всякий случай. Коровки, вы понимаете? Я как будто какой-то ютуб. У меня такое ощущение, что я прям возьму и ютуб. Забомблю ютуб. Понимаете? Хотя я уже забомбил ютуб. Что ж, попал. Как вы, надеюсь, не собираетесь рожать быка? Не собираетесь? Коровки, не рожайте быков. Пожалуйста, умоляю вас. А то вам же хуже будет. Блин, да что за фигня? Я ложусь спать. Всем good night.